Приветствую всех, кто сегодня прибыл на это место. Место Божьей славы. Аминь. Потому что там, где собирается Божий народ, там Божья слава изливается. Аминь. Я хочу начать наше служение с самого фундамента всех христиан. Это Божье слово. Аминь. Я хочу вам прочитать псалом, который вы все прекрасно знаете. Но давайте его сегодня утвердим. Это Псалом 99, Псалом хвалебный. «Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лицом Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и в род». Мы уже находимся в преддверии Божьей славы. Там, где собирается Божий народ, там уже Господь. Так давайте мы войдем в Его присутствие славословия. Давайте прославим Его так, чтобы врата открылись широко для нас сегодня. И изливала сегодня Его благодать, Его милость на нас. Аминь. Чтобы наше сердце ликовало от Его присутствия. Аминь. Чтобы оно наполняло нас сегодня. Ибо мы нуждаемся в Нем. Аминь. Аллилуйя. Давайте все вместе встанем на наши ноги и прославим Царя Царей, Господа Иисуса Христа, Господа Отца и Духа Святого, через которого Он действует сегодня. Аминь. Аллилуйя. Вы готовы? Вы готовы славить Господа? Вы готовы создать для Него сегодня благотворную почву своего сердца? Аллилуйя. Поехали. Сотворил Господь,
что Господь достоин этого. Господь дал тебе свободу. Тебе Господь освободил. На этом месте ты стоишь, Господь, в Его славе. Аминь. Как не танцевать, когда Господь так благ? Как не танцевать, когда Он нам дал путь, истину, жизнь? Он подарил нам через кровь Иисуса Христа. Он нам отдал Своего Сына для того, чтобы мы ликовали. Аминь. Аллилуйя. Давайте Его прославлять. Давайте восклицать, что Иисус есть свет. Иисус есть путь. Иисус есть жизнь. Аллилуйя. Поехали. Прославим Его в единстве. Аминь. Аллилуйя. Иисус, Иисус дарит нам жизнь. Иисус, Иисус. Одно лишь слово, одно лишь имя дает нам силы.
словом, одно лишь имя дает нам силы жить. Дает нам силы жить. Одно лишь словом, одно лишь имя, ты за него держи. Ты за него держи. Одно лишь слово, одно лишь имя дает нам силы жить. Ла-ла-ла. Одно лишь слово, одно лишь имя, ты за него держи. Держи за него. Бог живой, наш Бог чудесный, наш Бог славный. И мы входим во врата Твои, Господь, в жилище Твое со славословием, Господь. Мы, Господь, хотим, Господь, приблизиться к Тебе еще ближе, Господь, осветиться Тобой, Господь, во имя Иисуса Христа. Сила крови Твоей, Господь, она победила болезнь. Сила крови Твоей, Господь, дала нам любовь Твою. Аллилуйя! Thank you.
Стоял молодой человек Илья, я не знаю, как он. Папа? Да, сейчас говорю, окей. Это их сын. Ну, я его представлю еще. И к нам еще сегодня гости, пастор Андрей, пастор Антон. Да, пастор Антон с его замечательной супругой. Давайте их тоже поприветствуем. Да, наш пастор уехал в отпуск, но за место себя прислал не менее замечательных людей, которые будут сегодня делиться с нами словом. Ну что, давайте начнем служение. Мы всегда начинаем служение со свидетельств. Кто готов поделиться своим свидетельством, что Бог сотворил
сверхъестественного, чудодейственного на этой неделе. Выходите сюда, мы будем делиться словом. Да, я хочу, я можно сначала сам начну? Вы знаете, я начал учиться на права, и я уже 10 июня буду сдавать дроу-тест. Это так, да, God bless me. Thank you, God. И мы ездим с нашим инструктором, и он все диву дивится с меня, откуда я такой взялся, что там классно так говорю. Он человек, который с 7 утра и там до часу дня работает, по часу все ходит, и встречается, наверное, ему очень много людей на его пути, и все, он восторгается мной, говорит, откуда ты такой вообще, я такого никогда не видел. Я говорю, да, Павел, вы осторожнее, это не я, это все Иисус. Он говорит, как Иисус? Ну, начал ему свидетельствовать, Иисусе, все хорошо, все, Христос меня спас, что я сюда приехал служить. Он говорит, ты еще сюда служить приехал? Я говорю, да, представляете, грин-карту выиграл, да, с первого раза. Он говорит, с первого раза, вы... То есть, вообще, дивится с меня. И, ну, это так немножко, это половина, в общем, ну, свидетельство ему о Иисусе. Он говорит, классно, он говорит, знаешь что? Ну, говорит, поехали в одно место, говорит, мы сейчас подберем следующего моего ученика. Я говорю, конечно, никаких проблем, паркуемся. Он говорит, я тебя сейчас познакомлю, это замечательная женщина, говорит, ну, я думаю, вы понравитесь друг другу. Я говорю, интересно. Садится эта женщина, ее зовут Малка. И, знаете, оказывается, то, что эта Малка, так и зовут эту женщину, она баллотируется от нашего района, Бенсонхёрст, в депутаты, либо в кандидаты, я не знаю, либо в конгрессмены. Я не знаю, как это правильно сказать. И этот Павел, уже не я, Павел говорит, слушай, ты не знаешь, какого мы человека везем. Он, оказывается, сюда приехал в Нью-Йорк, служить Богу, грин-карту с первого раза выиграл, и все остальное. Она говорит, да. И она дает мне вот эту вот бумажку. Специально ее взяла служение с собой. В общем, это Малка, она, видимо, в преддверии своих вот этих вот выборов, какая-то вот election company, она пригласила меня, но я думаю, я точно один не пойду, пастором точно пойду. Она пригласила меня участвовать в этом митинге. И она сказала то, что приходите, вы найдете для себя очень большую компанию, но полезные знакомства. И самое классное, что она сказала, говорит, вы знаете, я даже дам вам слово. И говорит, было бы очень здорово, если бы вы начали это собрание с молитвы. Я не знаю, что происходит, честное слово. То у нас люди там по человек 10 неспроста бак за неделю покаялись, то к нам прилетел голубь, тот стел. Но знаете, для меня это, когда голубь прилетел, для меня это было, ну, такой факт Божьего благоволения. Да, помните в Библии, то, что голубь спустился, и он сказал то, что там Бог сказал, это сын мой избранный, да, возлюбленный, и к нему мое благоволение. И для меня это такой знак, куда этот голубь привез, то, что благоволение нужно начать действовать. И вот помните, мы начали выходить, петь песни, там у нас Елена Шульман бруклинская, Кэтрин Кульман начала тоже пачками людей к Богу приводить. Она головой машет, но на самом деле она большой дар. Она сегодня сейчас расскажет, что она еще там кого-то покаяла. То есть, ну, у нее дар очень классно действует. В общем, суть в том, что что-то начало происходить, и я верю в то, что благоволение Божие на нашей церкви, что-то будет. Вот, в общем, вот мое свидетельство. Где у нас Сандра Сабла? У нас Елена Шульман. А вот как раз молодой человек Илья, сын пастора Андрея, пастора Валентина. Ставим тебя, приветствуем. Мы тоже рады тебе.